Я с удовлетворением отмечаю, что за короткий промежуток времени нашим странам удалось вывести уровень сотрудничества между нашими государствами на новую высокую отметку. Если нашей дружбой и доверием являются визиты президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в Арабские Эмираты в 2000-2007 годах и договоренности с высшим руководством вашей страны. فتح سفارة الدولة في صفية من مراتي بالمينسك وعندما اتصل جيد وحديث السلام لازم أتصل لك. عندما سيد товарооборот Беларуси со странами мира, мы торгуем более чем со 186 странами мира продукции белорусской, наш товар составил 72 миллиарда американских долларов. По 20 миллионов. وما دولة الإمارات العربية 20 مليون. 20 миллионов американских долларов. Ваше представительство, господин премьер-министр, вначале позвольте поблагодарить вас за организацию этой встречи, за теплый прием нашей делегации на белорусской земле. Шейх Мухаммед бин Рашид, раис Рузер. А также для меня является честью передать вам приветствие в общем послании о вашем поколении. А также хочу пользоваться возможностью, чтобы передать через вас наилучшие пожелания от шейха Халифа, президента Республики. لكن مثل ما تفضل دكتور رئيس ان لم تصل هذه العلاقه لما ممكن ان تصل اليه خاصه في المجال الاقتصادي. Но в то же время мы согласны с вами, правильно заметили, что эти отношения не всегда соответствуют тому высокому уровню политического диалога, в частности, в экономической работе. Мы также ценим и поддерживаем вашу инициативу по созданию двусторонней межправкомиссии по развитию этого экономического сотрудничества и в ближайшее время должен, так сказать, на уровне руководителя нашего правительства с тем, чтобы был в ближайшее время определен руководитель нашей части.